Впервые на базе казахстанского вуза планируется открытие сертификационного центра, который будет заниматься поставкой вакцин для сельскохозяйственных животных и птиц. Партнерами проекта выступает французская компания Ceva Santa Animal. На первом этапе будут запущены курсы для преподавателей, которые в будущем смогут оказывать образовательные услуги студентам и фермерам региона. Образовательные программы агротехнологического факультета Казыбаев Юниверсити традиционно входят в топ-10 лучших по республике. Из 750 студентов более 90% здесь обучаются по гранту, что говорит о высоких знаниях и мотивации ребят. Именно поэтому французская компания выбрала североказахстанский вуз для открытия тренинг-центра. Мы были проинформированы о том, что в этом университете проходят очень амбициозные международные проекты, поэтому мы выбрали именно этот регион и этот университет. Стартом данного масштабного проекта стало подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве между Казыбаев Юниверсити и компаниями-партнерами. Специализированную аудиторию оформят по типу зеркальный кабинет и оснастят всем необходимым оборудованием. Для наших студентов и преподавателей полученные здесь сертификаты будут бесплатными. Так будущие зоотехники смогут овладеть французскими технологиями вакцинации животных и таким образом стать новаторами в североказахстанской области. Первым этапом нашего сотрудничества будет обучение из числа профессорско-преподавательского состава факультета 2-3 человек, которые будут как бы тренерами на территории нашей, на базе нашего университета. И мы уже непосредственно будем эти знания распространять непосредственно среди студентов и среди представителей фермерских хозяйств. То есть это позволит нашим студентам, помимо того, что они получают одну профессию свою общую, получать дополнительные сертификаты, работать в этой сфере и непосредственно уже после окончания курсов на договорной основе на фермерские хозяйства будут приглашать наших студентов, ну и, соответственно, они будут оказывать данные услуги по вакцинации сельхозживотных. На мероприятии также присутствовали ветеринарные врачи, технологи и специалисты крупных фермерских хозяйств региона. Для гостей была организована диалоговая площадка с представителями международных компаний по вопросам улучшения здоровья сельскохозяйственных животных. Кирилл Потемкин, служба новостей.